В день семьи, любви и верности уже завоевал популярность у молодоженов. В Люберецком ЗАГСе 8 июля было заключено 5 браков. Почетными грамотами губернатора Московской области и главы Люберецкого района были награждены 6 семей, являющих собой пример супружеской верности. Специальные подарки были преподнесены парам, празднующим золотые и бриллиантовые свадьбы. Народные свадебные обряды и марш Мендельсона. Лепестки роз и вспышки фотокамер. Грамоты от губернатора и обмен обручальными кольцами. Все смешалось в этот день в Люберецком ЗАГСе в одно большое, торжественное и приятное событие. Сегодня мы чествовали юбиляров в семейной жизни. Это золотые и бриллиантовые юбиляры. Мы чествовали молодоженов, впервые вступающих в брак. В этот день напротив друг друга расположились два разных поколения люберчан. Те, кто может долго и интересно рассказывать о счастливых десятилетиях совместной жизни, и те, чья история только начинается. 5 лет назад познакомились. Ехали она к сестре, а я к своим друзьям. Познакомились в поезде, и вышло так, что на обратном пути мы ехали в одном купе. То есть судьба сама свела нас вместе. Туда вместе и обратно вместе. И после этого переписка, ну, так как я учился в военном училище, институте, она жила в Калуге, переписка постоянно, и в итоге поняли, что друг без друга не можем. В день семьи, любви и верности ветераны супружеской жизни и новобранцы высадили на клумбы у стен Люберецкого ЗАГСа белоснежные ромашки. И оставили на память в книге почетных гостей свои пожелания будущим люберецким семьям. Алексей Адамов, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение.